Всем привет, с вами Тёмный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Продолжаем проходить Эхо Таливара, у нас на очереди 6 глава, поехали. Как бы пройти ее, в принципе, нету сложности, но сделать дополнительное задание немножечко посложнее, так как у нас всего 4 хода дается. まだ終わらないのか。 戦いはまだ終わらないのか。僕につきまとうな。戦いはまだ終わらないのか。アシュエへの名にかけて。 光は私と共に。 女王の光は私と共に。 私の局面を変えるわ。 戦いはまだ終わらないのか。 フリシア。 これが最後の戦いか。僕につきまとうな。戦いはまだ終わらないのか。アシュエへの名にかけて。 ну вот как-то так. Ну и давайте следом 6.1 пройдем. Самое сложное, на мой взгляд, задание здесь было. Я потратил на то, чтобы понять, как и что здесь делать, много времени. Около 3 часов, мне кажется. Ну, это с паузами, конечно, потому что без пауз тут, ну, невозможно. Это прям кошмар, на самом деле. Thank you.
тактика не полностью, конечно, моя. Мы вместе с другом проходили и думали, как это, чем. Вот и представьте, 3 часа вместе с другом. Это плюс-минус. Так что, надеюсь, кому-то будет видео полезным и интересным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.